Едем на интервью на визу. Удачи, Ники. Удачи нам. Это Ники мут сегодня. Мне отказали в визе, знаешь почему? Почему? Сейчас 8 часов утра, я иду получать визу. Получение визы в Аргентине состоит из двух этапов. Первый этап – это пройти, сделать отпечатки пальцев и сделать фотку. И только на следующий день у меня интервью. Но сегодня у меня первый этап – сделать отпечатки пальцев, take a photo, и уже завтра у меня будет интервью. Вышла сейчас с аппоинтмента своего, просто делали отпечатки пальцев, просто делала фотографию. У меня начиналось, аппоинтмент был на 9:30, я пришла туда заранее, до очереди. Кстати, после меня потом громадная плюшка людей стояла, я пришла чуть пораньше, меня сразу допустили, я постояла в очереди минут 15, села, даже со мной по-английски поговорили, потому что по-испански я не очень. Вот, и все, и завтра у меня уже интервью. Лаки даль. Погодите. Не прошло года. Погодите. Пригласила меня в дом. Какой такой туман? Вот такой на улице туман. Пис. Ну что, все охуенно прошло. Ой, очень классно прошло. Что было? Рассказывай. Ладно, я подписчикам уже все разбирала, сейчас тебе расскажу. Рассказывай. Мне приснился сон. Очень плохой сон приснился. Это мне отказали в визе. Знаешь почему? Почему? Потому что я делала натальные карты. О, господи. Они говорят, вы делаете натальные карты, вы сами понимаете, да? Я такая, нет, почему? В чем проблема натальных карт? Я говорю, я даже не знаю, как делать натальные карты. Я говорю, вот нам сказали, что... Мне приснился сон, что я пришла в модельное агентство, и мне сказали, что мы с таким типом фигуры не работаем. И такая, ой, вот, давай. Ну, потому что болит. Так, ну, удачи, Ник, тебе, давай. Спасибо. О, боже, волосы. Едем на интервью на визу. Удачи, Нике. Удачи нам. Удачи. Удачи мне. Идем. Я думаю, нет, у нас нет времени. Идем. Надеюсь, мой сон не сбудется и все будет нормально. Пытаемся выяснить, куда нам идти. Всегда в метро сложно понять, с какой стороны выбираться. Я согласна. Очень сложно. Как красиво. Метро. Очень красивый центр. К сожалению, нет времени все снять. Я не могу понять, ты опаздываешь или я? Ты? Я опаздываю, но вот важнее. Да. А, вот очень красиво, я просто хотела показать. Мы идем-то быстро. Мы не можем постоять. Ну, на обратном пути запиши. А хочу на том пути. Не хочу на обратном. Очередь. Вон до туда. Там же у всех время. То есть тут вся вот эта бедушка, человек, кто? На... Еще один и тот же, на полчаса. Doesn't make sense. То есть в эмбассе, когда вы регистрируетесь на визу, вы выбираете определенное время. Из списка. Есть время. Да. На всех людей. Да, доступны. То есть там определенное количество мест. И вопрос. Нельзя? Ну, вроде... Вроде двигается. Ника успешно зашла в посольство. Мы подождали буквально, кстати, 20 минут. Не так было плохо, хотя очередь была очень большая, но они быстро вроде двигались. Сейчас я сижу, жду. В этом красивом парке от посольства. Здесь. Вот посольство. Тут у нас очень красивый парк. Поэтому мы с ней договорились встретиться у этого столба. И так, да, она получит свою визу. Сижит!
у меня наушники. Хотела сначала наврать, но не буду. Все, все нормально. Дали мне визу. Ну, мне задали несколько каверзных вопросов. Например? Например! Она такая, а у тебя есть twin sister? Что? Ага. Как она узнала? Офигеть, what? Yeah. I don't know. Я не знаю как. То есть я писала, что у меня... Нет, я вообще тебя нигде не упоминала. Откуда она знает, что у меня есть twin sister? Wait, and что она спросила? Она спросила, oh, you have a twin sister? I said, yes, she lives here in Argentina. That's why I'm visiting her. And they go, oh, do you have like any other relatives? Я такая, нет. Прикинь? Ну, понятное дело, у них есть вся документация и так далее. Ну да, но откуда они знают наш connection, что мы... Откуда знают, что мы twin sisters? Может быть, у тебя... Подожди, а ты ей давала мое приглашение? Нет, 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 ничего. Только, вот я дала ей только I-20 свои, и свой паспорт. Кстати, никаких документов больше не просила. Потом она спросила, чем ты, что ты будешь делать после выпуска. Я сказала, что я возвращаюсь в Венгрию, там буду работать. А сказала, что у меня бойфренд в Венгрии. Потом, что еще? Спросила про трансфер. То есть это, я же обновляю свою визу. Да. Спросила про это. А, и все. Блин, прикол. Но, кстати, паспорт получаю в течение 5-7 business days. Когда у них в Аргентине половина дней просто holidays в месяц. А получаем как? По почте. По почте? Да. Ты им адрес мой указал, да? Да. Да? Да. Можно было прийти. Нет, по-моему, там не было опции подбирать. Блин. Девочки, да, меня в моем окне, которое я зашла, ей не дали. Но она, по-моему, ехала либо в Израиль кого-то. Она что-то рассказывала про каких-то маленьких детей. Типа она либо кого-то навещала, либо, может быть, на какую-то программу ехала, не знаю. В общем, ей не дали. Она вот тут стояла, плакала кому-то в плечо. Но да, мне она позадавала все-таки несколько вопросов. А потом, да, I approve your visa. Бла-бла-бла. А, да, не потеряй свой I-20, она мне сказала, такая, окей. И чтобы отпраздновать получение своей визы, я, конечно же, иду покупать нам круассаны и разную другую выпечку, потому что здесь она, ну, очень вкусная.